Опять она вышла! Что там сказано? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в игру Hatch. Это, наверное, переводится как люк, или, возможно, это глагол вылупиться из яйца, типа. Короче, это игра о том, как мы, находясь у себя дома, внезапно понимаем, что в этом доме еще живет кто-то. Судя по всему, это вот эта вот женщина в ночнушке. Милая женщина довольно-таки, только смотрит на нас максимально крипово. Давайте попробуем столкнуться с этой женщиной лицом к лицу и спросить, что, собственно, тебе надо у меня дома? Что тебе нужно у меня дома, женщина? В принципе, управление норм, я еще даже не заходил в эту игру. Она немножко подлагивает. Итак, читать. День четвертый. Я проверю роутер снова. И электричество вот-вот вырубится. И мы должны будем выяснить, мы такие, почему... Смотри, что? Что это такое? Что это за... Использовать... Итак, никаких квестов, никаких предметов, ничего. Что это за этот люк прямо здесь находится у меня? Я живу в люке? Может быть, это я проник в чужой дом и живу в нем? Погодите, я не могу выйти. Кто этот звук издал? Кто-то там в мое окошко пытается заглянуть. Хорошо, что я занавесил его. Вот такими плотными, мерзкими, непоглаженными шторами. О, теперь мы можем выйти. Окей. Найдите фонарь. Да ладно, тут и так светло, в принципе. Он может быть в умывальной комнате. Тут повсюду удлинители валяются. Что это? Это морковный сок. Хорошо, забираем. Это что, типа ресурсы мы добываем? Это игра-выживалка? Или что это такое? Для чего нам этот морковный сок? Эту дверь нельзя открыть. А где умывальная? Я, собственно, здесь впервые. Я не знаю ничего об этом доме. Вот это просто какой-то проем вниз внезапный. О, стоп. Походу, все-таки это я здесь засланный. Это я тут живу, без спроса, походу. Давайте заходим. Смотрите, у нас есть... А, да, вот квест как раз-таки появился. Вот предмет. Найдите фонарь, и он может быть, да. Ну, нам нужно ключ найти какой-то. Что это? А, это шкафчик. Это уже типа... Реально мы будем выживать здесь. Нас не просто будет пугать, но за нами будет реально идти, походу. А вот это что? Это очень странный дом. Почему мусорный контейнер стоит прямо вот здесь? Мы уже здесь были. Мы ходим кругами, кажется. Ладно, пойдемте сюда. Но я думаю, нам стоит присесть. Осторожненько. Если честно, непонятно пока. Мы должны чего-то бояться. Я уже слышал кашель. Это кухня. Блин, да где ж ты кашляешь-то? Ладно, кажется, сейчас никого нету. Возможно, нам нужно будет там... Фонарь, вижу! Вот ты где! Аккуратненько. Забираем. Слишком яркий. Так, включить фонарик, выключить. А, окей, окей, окей. О, боже мой. За этим домом вообще никто не следит, что ли? Да, здесь можно спрятаться, если что. Давайте выключим пока что. Что происходит? Что происходит? Что это меня понесло? Окей, найдите консервный нож. Сейчас подкрепимся. Я это люблю. Выключить. Стоп. Нет, выключить фонарик. Не нужно палить себя. Вот здесь она светится. Блестит. Ну-ка, открывайся. Нету ничего? Нет ничего? А, вот мы все прошарили. Вы нашли его! А теперь. Надо идти на кухню. Как хорошо жить в чужом доме, и когда ты еще один при этом. Блин, походу, это просто заброшенный дом. Семья отсюда уже съехала давно. И я здесь просто один поселился. Кухня, а ты где? Что? Что? Да кто-то ходит! И это, блин, не я. Кто здесь ходит? Тут не должен никто ходить помимо меня. Где кухня? Я запутался здесь. А, вот она, кухня. О, няма! Стоп, да что за фигню меня просит? Вот. Как мне использовать это? Он не использует! Ладно, давайте, может быть, вот так предмет нужно использовать. А, все, ясненько. Вкусные шпроты. Сейчас мы их как следует покушаем. Что там у нас? Итак, вы открыли еду, все окей. Что? Что это значит? А, в домофон кто-то звонит.
Это оно? О, человек. Да. Доставка. Почему таким голосом говорит? Доставка. Да, вот таким. Доставка. Я иду, уже иду. Нет, стоп, это мой дом. Я веду себя как хозяин, во всяком случае. Вот, кажется, да, входная дверь. Да, я слышу, там птички. Нет, это сверчки. А где, собственно, дверь входная? По-моему, вот это единственная входная дверь. Может быть, вот это? Точняк! Опять не открылось ничего. Да, господи, дайте мне прогресса как... Закрылась дверь! А, блин! Во-первых, какого хрена? Какого фига? Какого черта ты зашел ко мне в дом, если я тебя не приглашал еще? Жуть какая! Посмотри, что с тобой? Почему ты улыбаешься так странно? Тебе платят меньше десятки в месяц. Че ты улыбаешься, блин? Что там? Ладно, я заберу. Спасибо. Прости. За что? О, кто-то дверь открыл. Сунимаидиска, свали отсюда. Ладно, видимо, нужно просто оставить его. Он немножко стрессанул сегодня, я понимаю. Он опоздал, понимаете, опоздал с посылкой. Я ждал в 12:05, а он в 06 приехал. Как бы он не заслужил чаевых. Мы что, так оставим его, что ли, здесь? А что он нам дал? Просто посылка. Давайте ее... Я не знаю, что мне с ней делать надо. Он так и будет там стоять. А, нужно коробку положить вот сюда, на пол. Да ё-моё, он до сих пор орёт. Пожалуйста, уйди. Ладно, положить коробку. Она пустая. Кто закрыл дверь? Ой, блинушки! Вот этого я никак не ожидал. Спрячьтесь в шкафчике. Каком? Ой, блин! Ой, блин, это идет со мной! Ой, это страшно, это очень страшно, мне не нравится эта игра, это плохая игра. Ой, стой, не смотри сюда, иди наверх! Ой, она продолжает идти за мной, скорее в шкафчик, в любой, не стоп! Охренеть, музыка такая пошла, как будто челюсти. Мы спрятались. Она не догадается никогда здесь. Посмотреть, что за фигня? Кто это вообще? Есть новое задание какое-нибудь? Ну-ка, можно подглядеть. Окей. Что я должен сделать, блинушки? Что я должен сделать? Ну, давайте выйдем, что ли? Стоп! Вон она! Вон эта мразь бегает! Ладно, она ходит, она не бегает. А куда она пошла? Она ведь сейчас не поднимется сюда? Какая моя цель сейчас, в данный момент? Найти оружие? Где я его найду? Быстро в шкаф! Смотрите. Я уверен, она не заметила, как я зашел в шкафчик. Хорошо, если она видит, то это... Вот она прошла! Убери, туториал убери! Выйти из шкафчика. Хорошо, выхожу. Почините роутер. О, ну блин, идет. Вниз спустился. А где роутер? Я же не знаю, где он. Может быть, это ко мне нужно? В мою комнату? О, это нервишки мне щекочет, я вам так скажу. Где мой роутер? Он сто пудов денег внизу, да? Мне нравится, на самом деле, как этот дом устроен, потому что из любой комнаты можно сбежать. Ну, почти из любой. Блин, что за музыка? Что за нахрен? Оп. It's okay. Здесь нет ничего. Что за... Что значит это? Что значит си... О, блин, ну я прям краем глаза увидел ее, она была прям здесь. Куда? Оп! Ладно, отсюда можно сбежать. Спасибо, дом. Спасибо за такую... Ай, блин! О, роутер! Она меня телепортнула прям к нему. Чиним! Ой, это долго. Вы видели ее стрёмную рожу? Причем, когда ты просто на нее издалека смотришь, у нее нормальное лицо, в принципе. Она прошла...
Я тут роутер чинил, ну что вы, женщина, господи. Почему я не смог от нее убежать, она очень быстрая. О, я дочинил, так, иди в свою комнату. Марш в свою комнату, ладно, я побежал. Я не знаю, где она. А она знает, где я. Надо наверх. Блин! Нет! Скорей! 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 Скорься! Скорости добавь! Умница! Она за мной? Какая ты быстрая! Да блин! Да как мне от нее убежать, я не понимаю. Теперь давайте не торопиться. Просто аккуратненько ползем. Гуськом. Мы, видимо, слишком шумим. Когда мы шумим, начинается эта музыка. Она там была. Я видел, как она зашла туда. Осторожненько. Осторожненько, мы направляемся в свою комнату. Мы побеждаем в эту игру. Прямо здесь и сейчас! Стопроцентная загрузка. Что это было сейчас? Что это за фигня? Она вылезла из люка. Или она забралась в люк? Ладно, это не стрёмно, но это определенно крипово. Особенно мои ноги. Вы видели мои ступни? Они выглядят так, как будто я из карамели сделан. Я карамельный мальчик. Вот почему он так хочет меня сожрать. Моя цель — никаких квестов. Просто идем, эй, женщина, ты тут? Найдите камеру. Так. Есть старая камера в комнате моего брата. А мой брат-то где? Нет, она не здесь. Это не комната моего брата. Кто-нибудь объяснит мне, почему я здесь живу один? И почему некоторые двери нельзя открыть? Даже потрогать нельзя. О! Это комната моего брата. Давайте используем. Какой? Что мы должны использовать? Кто закрыл? Это комната моего брата или как? Что использовать здесь? Блин, это не то. Но она светится магически так. Камера вроде как должна быть где-то здесь. А, смотрите, здесь есть ключик. Он прям вот здесь же лежал. Его вообще ни хрена не видно. Ладно, наконец-то мы можем... Что за фигня, блин? Мы можем открыть этот стол. Вот здесь мы найдем камеру. Окей, вы получили камеру. Отлично, я рад, что я получил камеру. Опять она вышла. Что там сказано? Блин! Вы что, охренели, что ли? Выходите из шкафчика. Я дома. Кто-то сказал, что... Он дома. Кто сказал, что... Ты кто? Ты кто такой? Это мой брат? Поговорите с вашим братом. Это мой брат. А что с тобой? Почему ты очень большой? А Ники? Катсцена начинается. Что? О! Почему такая странная музыка играет, когда мы говорим с нашим братом? Мы не в ладах с ним, видимо. Давай. Давненько не виделись. Это я говорю или он? Чё-то ты плохо выглядишь, ты в порядке? Кстати, электричество не работает в некоторых местах. Ты не можешь что-нибудь сделать с этим? Ага, нужно пойти починить. Ты ничего не видел женщину стрёмную? Или это мне кажется, может быть... Грубиян. Просто захлопнул за мной дверь. Запряг меня еще вдобавок ко всему. Погодите. Ой, просто... Братец. Он не хочет открывать мне дверь. Все, я попал. Это даже уже смешно становится, если честно. Я не ждал, что она здесь будет. Я даже не знаю, куда мне бежать. Так, проверьте электрощиток. А где он? Где-то внизу был, кажется. Хорошо, нам нужно быть аккуратным. Музыка заиграла не просто так. Она как бы нам говорит, что ты, женек, слишком громкий. Слишком паникуешь. Не паникуй. Просто расслабься. Все будет хорошо.
Просто ползи. Я не знаю, реагирует она на свет или нет. Мне нужно электрощиток найти. Где-то я видел его. Он где-то был вот здесь, кажется. Как страшно мне. Как мне не хочется вот ее сейчас видеть. Мне не хочется убегать. Я ненавижу это ощущение, когда за тобой кто-то бежит. А, здрасте. Стоп! Я же так нифига не вижу. О, блин! Пожалуйста! Какая-то внезапная женщина! А, черт! Надо обогнать! Обогнать! Беги! Беги, от этого твоя жизнь зависит! Беги, Тойер, резко по ступенькам! Оп! И быстрее! Я надеюсь, она не видела. Надеюсь, не видела. Не видела. Нет. No. Вот они саундтрек подобрали. Просто как будто, знаете, космические битвы происходят какие-то. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Армия орков идет на тебя. Окей. Выходим. Надеюсь, я не пожалею об этом. Щитки, электрощитки. Блин, ну что ж ты будешь делать, женщина, господи? Дайте мне немножечко перерывчика. Сюда? Сюда? Оп, оп. А вот тут я сныкаюсь. Совладал с собой из паника. Я хотел еще ниже побежать. Часть меня очень хотела побежать прям в самый низ куда-нибудь. Ага, прошла. Идем. Все, нам вообще нельзя вставать. Твою мать, она прям смотрит на электрощиток. Она не видит, она не видит. Можете куда-нибудь уйти в другую комнату, пожалуйста. Отсюда никуда не может уйти, да? Так, стоп, стоп, стоп. Сейчас еще наверх, небось, пойдет ко мне, да? Куда? Тихо. Ой, погодите, она сейчас развернется же ж. Нет. Это мой шанс. Давай. Работай. Работай быстрее. Быстрее работай. Ты клацай, сволочь. Ненавижу тебя. Всей душой. Ой, блин, она подошла просто ко мне. Просто подошла ко мне. Быстрей. Пожалуйста, пожалуйста, она наступила. Она наступила. Это мой шанс, моя жизнь. Она наступила. Закрой дверь, закрой. Есть! Мы добыли полароид. Дзинь! И мы сделали фотку этого бункера. Это что? Очередной день. День шестой. Сегодня Аники пришел домой после долгого отсутствия. Я не думаю, что Аники знает об этом Люке. Но кто-то в нашей семье должен знать. Мы увидим, я так понимаю, всю семью сегодня. Ладно, давайте пойдем и знакомиться с нашей семьей. Ищите улики. По каждой комнате нужно пройтись. Так, это мать. Мать во всем виновата, да? Она все это знает. Она промышляет чем-то здесь. Что за улики? Ой. Ой. Как бы она уже здесь. Женщина прям сразу сходу здесь. Окей, я буду аккуратнее. Извините, пожалуйста. Просто... Так, найдите. Надо найти в ключ к домашнему офису. И надо найти скуп. Сдается, мне нужно как-то отсюда выйти. Осторожно. Очень осторожно. Следующая комната. Комната отца. Отец. Что ты скрываешь? Ты что-то скрываешь, я вижу. Тихо, тихо. Очень громко. Ну ладно. Мы здесь что-то найдем. Вы нашли ключ от офиса. Очень хорошо, что я нашел. Собственно, офис, он же здесь. Главное, на мадемуазель не напороться. Вот очень не хочу с ней никак встречаться сейчас. Да и в принципе. Слышите? Слышите? Хмыкнуло мне. Так, давайте используем ключ. Открывай. Отлично. Закрывай. Все, мы здесь одни, никто не потревожит. Давай, рыскай. Что мы здесь найдем? Надеюсь, шотган? Ну? Ты уже посмотрел в этих ящичках, ничего не нашел?
Он как я, мне всегда приходится по несколько раз смотреть в одном и том же месте, чтобы найти предмет. Ставь лайк, если тоже. Ой, боже мой! Как больно мне внутри. Стоп! Все. Have a meal? Have a meal? Какой meal? Так, observe. Что это такое? Телефонная карта. Типа, найдите... Похавайте. Игра говорит мне, похавайте. Прям сейчас. Ну еще какой-то скуп надо найти. Лопаточкой, что ли? А, щит. Побежали. Так, где-то здесь видел. Вот. Сныкались. Все. Проходите мимо. Будет забавно, если это потом окажется нашей матерью. Окей, можно выходить, мне кажется. Как мне нравятся здесь чекпоинты, если честно, в этой игре. Прекрасно. Ты сдох, и тебе не надо снова кучу всего проходить. Ну, она здесь со мной. Будем иметь в виду. Опа! Смотрите, открыто что? Так! Суперменское зрение. Окей. Побежали. О, ноу. О, нет. Так, лопатка забрать. А как сныкаться-то? Где сныкаться-то? Сныкаться-то? Какого хрена? Где? Где зло? Где зло придет? Тихо, присел. Присел, обосрался. Все нормально. Да, нам просто не нужно бежать. Я зачем-то побежал. Мы нашли лопатку. Но что нам здесь делать? Это вообще все еще наш дом? Да, это наш дом. Мы просто обошли его со стороны. Смотрите, это женщина-тапок. Она посеяла его. Такой же я видел в доме. Может, она свои тапки просто ищет? Думает, что я их стырил? Я не люблю, когда мои тапки одевает кто-то чужой на голую ногу. Причем еще если... Этот тварин ведь тоже может выйти. Я испугался тени этой. Такие реалистичные, динамические тени. Кстати, что нам нужно сделать? Выкопайте морковку? Чего? Нам нужно найти морковку? Где она растет? Ну, по-любому, на улице где-нибудь должна быть грядка с морковками. Вот она! Очень креативное задание здесь. Итак, рой. Работать. Боже мой. Я так не хочу, чтобы она подошла. Ну, сейчас я вроде увижу ее. Какого дьявола? Ноу! Так, обойти. Черт! Есть, смог! Смог подкопать чуть-чуть. Нет, не получилось. Сюда. Как-то надо сныкаться от нее. Так, видела? Не видела. Ты не видела, как я зашел сюда. Просто внезапно музыку, оп, выключили. Куда она ушла? Вышел я. Посмотри. Нет! Ну там моя морковка. Дай мне выкопать ее. Вот сейчас, вот так я смогу наблюдать. Идет! Вон она идет. Хорошо, она не скоро сюда вернется. Мы должны воспользоваться этим. Тихо. Короче, эту штуку мы можем использовать, чтобы оббежать. Это если что. Мы можем продолжать копать. Отлично. Черт. Побери. Стоп. Побежали. Хорошо. Научились маневрировать. Этого у меня не отнять. Сныкаемся. Все. Мы выяснили, что женщина не очень хороший преследователь. Видимо, я тот раз подыхал из-за паники просто. Ладно, давайте входим. Слушайте, по-моему, здесь тоже можно пройти до грядки. О, да, оказывается, можно. Почему я не видел этого места раньше? Окей, нам надо дорыть. Все, докопали. Сделайте морковный сок. Ну, пойдемте сделаем морковный сок. Почему нет? Мы, быть, женщине предложим. Она подобреет.
Нам нужно на кухню. Блинушки! Так. Окей, не паникуй. Окей, окей, окей. Сейчас она нас потеряет. Отсюда. Она ведь к грядке пошла, да? Она же не домой пошла. Тапок опять потеряла. Ладно. Хрен с ней, с ее тапком. Она здесь. Она, блин, здесь, оказывается. А чё ты не заходишь? А чё ты не заходишь, блин? Чё-то я вообще не знаю, где она сейчас. Давайте попробуем выйти. Она так мягко ходит. Она здесь. Ой, я издал звук, издал скрип. Это плохо. Это плохо для моей кармы. Где кухня? Я не помню. По-моему, вот она. Нет, это не кухня. Вот кухня. Есть. Ща мы тут выжмем морковку. Вот. Использовать. А, я могу смотреть по сторонам. Просто надо держать мышку и все работает. Окей. Тогда просто смотрим влево-вправо. Вот этот звук женщина не слышит, да? Я принципе рад этому. Итак, в свою комнату обратно. А кратчайший путь до моей комнаты никто не подскажет? Идем. Ах ты сволочь. Ах ты... Ладно, в принципе, я могу пройти спокойно. Она пошла дальше по коридору. Вряд ли она пойдет обратно. Оп, лоханули. Есть! Свет не работает. Серьезно? И... Ты что-нибудь странное нашел в доме? Может быть, немножко вонючее, да? Что? Брат все это время был в комнате, оказывается, у себя. Итак, найдите прачечную. Следующий день. День 7. Я не смог найти никаких улик. Но мне нужно почистить дом. В качестве исключения. Хотя бы разок. Да, давайте, хорошо, забираем. Так, бегите, просто бегите, говорит он. К стиральной машине. Стиральная машина, где она была? Внизу, опять же. Я так подозреваю, что женщина уже здесь, просто 24/7. Значит, не торопимся. Я слышу. Вот, погодите. Вот оно. Закинуть. Есть. Почистите дом. От чего? Какого хрена? Какого хрена? Заника, пожалуйста. Нет, 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 нет. Нет, не скули, Евгений, не скули. Она не увидела. Она не успела увидеть. А, блин! Ладно, это я обосрался, я честно скажу. Она идет. Почистите дом. От чего? Я должен увидеть. Подсветите, пожалуйста, предмет, нуждающийся в очистке. Где он? Их должно быть 6. 6 предметов. А, мешок. Хорошо, нам нужно найти 6 мешков. Это закрытая комната? Тут есть какой-то мешок? Мусорные мешки, вы где? Отлично, нашел. Они такие неприметные, белого цвета, на фоне белых стен. Итого я нашел уже 3 мешка. Блин, ладно, все, увидели. Ну, увидела. Молодец, браво. Где еще мешки? Ты пока ходила, мешки не видела? Блин, она идет за мной. Вообще, это очень неприятно выглядит. Вот эта вот картинка просто дико стрёмная. Окей, оббегаем. Чётенько. Чётенько и в дом. Ни хрена не чётенько. А, вот сразу ванну можно почистить. Давайте этим займемся сейчас. Но бдим при этом. Есть, вы почистили ванну. Теперь вам нужно найти мешки. Все мешки и 6. Помните об этом. Я вообще понял, что мы не можем долго бегать от нее. В какой-то момент она нас настигает все равно. Надо сразу прятаться. Мешок номер 2. Какого хрена?
Ну что это? Что это? Что за... Так надо? Это должно быть такое, что я провалился под пол? Простите. А что это значит? Что это значит? Что это значит? Какой-то волшебный пучок направляет меня, смотрите. Евгений, следуй за мной, вот сюда. Ну, стой на месте, я прикалываюсь. Ты просто застрял под полом. Вот здесь появилась страшная девочка. Да, она снова это делает. Это что, плохой мешок? Мне не стоит его трогать? Да что это значит? Почему ты кидаешь меня под пол? Ладненько, давайте попробуем тот мешок в последнюю очередь взять. Может быть, это какой-то неправильный мешок, который не стоит брать? Вот еще два сразу рядом стоят. Очень выгодно для меня. Смотрите, она опять это делает. Не трогай, не трогай. Не кидай. В общем, я переустановил игру в надежде, что баг пофиксится. А еще я подумал, что девочка, возможно, выкидывает меня через пол, потому что я сижу. Давайте попробуем встать и взять. Она ведь сзади меня, правильно? Да. Вот телек включился. А что если я просто пойду? Я не могу идти, я могу только повернуться. Так, хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Да! Да, все, я здесь. Она превратилась в Мишку. И Мишка меня выкидывал под пол, потому что я сидел, походу. И теперь я буду снова сидеть, потому что, мало ли, эта женщина где-то здесь еще. А она точно где-то здесь. Вот тут, в этой комнате. Я не знаю ее предназначение. Но тут есть какой-то холодильник. Ой, кто посмеялся? Задание? Значит, нужно выйти во двор и положить все в мусорный контейнер. Пойдемте здесь спустимся. Сразу началась музыка. Походу, женщина здесь. Я, блин, не слышу ее шагов. Слышите, как будто прям шепчет мне что-то. Погодите, кто это? Это она? Нет, это девочка с волосами. Туда! О, блин. Не буду... Она не хочет, чтобы я смотрел налево. Только направо, ладно. Иду. Сюда. А к ней подойти можно, интересно, вплотную? Блин. Неприятно. Кто-то плачет. Таким странным голосом, как будто бы даже понижен питч. Как в песнях часто делают. Какого хрена? Кто это? Это что, батя в трусах стоит? Свет. Пока я не включил свет, было как-то жутко. Теперь это просто угар. Что это? Батя в трусах. Это реально мой отец. Музыка внушает мне, что это... Блин, он словно из Атаки Титанов. Один из Титанов, очень похож. По телосложению... Блин, неприятно. По телосложению. Я не буду его тревожить. Папа опять выпил. Ну, он работает много, я должен понимать. Положить все мешки. Положил. Обратно в свою комнату. Они когда так пишут, это как-то звучит очень стрёмно. Словно вот прямо вот сейчас на меня кто-то нападет. Отец ушел. Отец ушел. И больше не вернулся. За молоком, скорее всего, пошел. Хорошо. Да охренеть! Офигеть просто! Пальцы перепил! Как стрёмно это. Я думал, только женщина будет моим врагом. Как это стрёмно! Закрой дверь! Нет! Нет, папа, пожалуйста, прости меня! Я буду хорошим мальчиком! Я был хорошим мальчиком! Я вынес весь мусор! Пожалуйста, папа! Он перестал, спасибо. Я его урезонил, походу. Тихо! Закрыть! Ай, блин, как страшно! О,
блин, это было очень круто. Подайте мне шампунь. Это кто? Это было освежающе. Короче, это не страшные существа против меня. Мне страшно, как всегда, вот это... О, боже мой, что это? Это мой брат. Мне страшно, как всегда, это ощущение, когда за тобой гонятся. Оно прям сильно действует мне на нервы. Брател, ты чё? Ты чё? Погодите, два брата у меня? Он хочет меня ударить, судя по всему. А моя задача какая? Поговорите с Аники. С каким? Вот с этим, с настоящим, трушным. Брател, Аники. Что такое? Это моя темная сторона. Твоя темная сторона? Я пойду убью эту штуку. Да. Ой, блин, темная сторона победила! Это значит, что теперь моя очередь, да? Походу, да. Походу, да. Иди в свою комнату. Открой мне кровавую комнату! Оп! Она не открывалась мне! Черт! Черт! Как же мне попасть в свою комнату? Не открывается! Я должен спрятаться! Я должен где-то спрятаться! Ладно, это было немножко криповато, честно скажу. Погодите! Так, Аники, иди грохни, да? Да-да-да-да-да-да-да. У меня идея. У меня есть идейка одна хорошая. Иди, бей, а я пошел в комнату к себе. Зачем тратить время, правильно? А пусть занимается всем этим. Пожалуйста! Да, пожалуйста, открой мне дверь! А! Через окно! Какое окно? Какое окно? На улице? О, блинушки. Ладно. Я так понимаю, моя комната где-то вот там, на втором этаже. Он все еще идет за мной? А он перестал. Вон это окно, кажется. Как мне туда попасть? Погодите, я же в другую сторону не ходил. И вот, найдите инструменты в гараже. А вон гараж светится, как будто там какие-то эксперименты чудовищные проводятся. Рик, ты там? Это ты делаешь? Опа. Это я роюсь в гараже. Ой, блин, он меня заметил как бы. Что же мне делать-то с этим? Как мне быть? Как мне быть? Скорей! Скорей! Сюда! Это должно сработать. Я должен выжить. Он видел меня, да? Гад! Он стрёмный! Господи Иисусе! Давай, 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 Евгений, быстрей! Успевай! Сейчас будет здесь. Надо сныкаться. Он не вышел. Почему не вышел? Ладно, не суть. Работаем. Черт! Черт! Что нужно сделать? Войти в гараж. Мы вошли. Ныкаемся, пожалуйста. Считается ли это? Он видел меня через полки? Нет, не видел. Тупорылый братец. Вали отсюда. Какой, какая у нас цель, миссия? Найдите кирку. Ага, вот она, нашел. А дальше что? Найдите лестницу. Где-то я видел лестницу. Вот если здесь пройти, посмотреть. А, вот лестница! Подобрали. Так, нужно установить лестницу, чтобы взобраться. Он здесь. Хорошо, это мой шанс. Как я успел, блин. Валим. Нет! А, спалил меня, гад. Мне нужен какой-нибудь ящичек. Какой-нибудь ящичек.
Никакого ящика нету. О, нет. Реально ж нет никакого ящика. Так, оббежать! Оббежать! О, боже мой. Найдите лестницу, найдите гараж. О, боже мой. Все заново. Значит, мы уже с вами обследовали ту сторону дома. И теперь надо вот с этой стороны дома зайти. Может быть, туда можно будет лестницу поставить. Ой, боже мой, ой, боже мой, ой, боже мой, боже мой! Какой ты, блин, везде ходящий. Все, идем спокойно. Главное не бежать. Он сразу палит. Вон, я вижу, я уже вижу, куда можно поставить лестницу. Он вышел! Ладно, он не видит меня. Картыши, ты наше все. Ух. Так, лестницы поставили. Все! Бэм! Киркой. Я мог взять любой предмет другой. Зачем кирку именно обязательно? Что происходит? Что я делаю? А, это моя злобная сторона стоит, бьется. Она закрыла дверь. Ну прям, давай. Так смотри, чтобы как с братцем не случилось. Да он уже тыкается. О-о-о! А, я хотел подпеть этот хор зловещий, сатанинский. Итак, что это? Что есть это? Где труп? Мы убили свою злобную сторону. Аники. Это вот просто все, что написал. Аники звучит как, знаете, эники, беники. Или вареники. Найдите тело Аники. А где оно? Она, по-моему, где-то внизу. Вон она лежит. Я нашел. Можно не спускаться к нему? Нет, надо спуститься обязательно. Евгений, ты что ли, в игры не играешь, что ли? Надо подойти. Надо обязательно подойти к этому телу. И тогда скрипт активируется. Давно я женщину-то не видел, если честно. Я соскучился по ней. Аники. Я подобрал. Похороните Аники. Кто там скрип издал? Похоронить тело. Где? Поле. В смысле, еще дальше можно теперь выйти? Теперь и за территорию этого дома можно выйти? А, нет, его нужно вот здесь похоронить, рядом с морковкой. Вот так вырастет у нас такая классная спелая морковка. Я теперь понимаю секрет. О, что происходит? Лопата. Окей, пойдемте за лопатой. Кто-то будет пытаться нас убить? Как мне нравится, так душа ровно в тело пришла. Женщина. Я наврал, я не скучал по тебе вовсе. О! Ну, почему? Пожалуйста, забей. Мать, отстань. Уйди. Все, спасибо. Окей. Я вот не понимаю секрет этой женщины. Кто она такая? И почему я могу взять эту лопату и просто прибить ее? Всем было бы проще. Оп! Еще и эники здесь ходят! А, нет! Мама и эники все сразу, еще отца не хватает. Окей, выходим. Можно выйти? Кто-то... Кто меня... Воу! Все, она не видела. Она не видела, как я зашел. Я исчез. Испарился в воздухе. Я еще больше призрак, чем они сами. Куда пошла, блин? Вообще невыгодное место. Ладно, хотя, в принципе, может быть, даже это и к лучшему. Слушайте, как сложно похоронить тело моего брата. Когда столько персонажей. Быстрей! Все, я похоронил? Нет. Вся семья со мной бежит! А, как я так сориентировался и убежал! Это я молодец! Эй, быстрей! Еще прошу, не умирай! Живи, живи, мой персонаж! Копаем. Уходим.
Уходим, уходим, уходим. Эт! И так еще кучу раз. Вот, копаем. Отлично, отлично пока идет. Не видит, не видит. Не видит, тупорылый братец, что я тут коп... Ой, увидел. Просто обернулся такой. Стоп, ты здесь? Как я тебя не заметил? А! Черт. Хорошо, хорошо, хорошо. Время всегда есть убежать. Всегда есть шанс. Шанс! Сейчас хорошо покопал. Вот еще пару раз точно так же и победа. Хорошо, вот брат пошел сюда. Вот мать. Отличный вейпоинт сейчас у них. Есть! You got the dice? Какой дайс? В свою комнату, короче, марш. Вот это да, это точно надо сделать. Мать, где мать? Быстрей! Что за дайс? Игральные кости? Они все домой пошли. Что за... Да, это игральные кости. Идет наверх. А мне за ним надо. А мать где? Эта музыка начинается всегда, когда они прям рядом. Он сейчас был надо мной, и игра за... Вон мать. Игра задетектила. Боже мой, как опасно. Я вижу тень. Ой, как это стрёмно выглядит. Вот это круто. Он ведь обратно не пойдет? О, боже мой. Чёртушки, боже мой. Они оба за мной. Нет. Я был так близок к комнате. Блин, куда, куда мне деть себя? Давай сюда. Так был близок. Люди, вы все портите. Вы не даете мне развиваться дальше. Токсичная семья очень у меня. Кровь? А, это моего брата. Окей, идем наверх. Блин, спалила. Спалила стерва. Скорей. Вот так сделаем. Я думаю, я просто смогу оббежать ее. Оп! Вот так. Вот так делать. А, откройте люк. Скорей. Это что, используются кости для этого? Погодите, чем я должен открывать? Откройте люк. Чем? Мне нужен код. Собака. Лопата не работает, телефонная... А, телефонной картой. Что? Алло? Здрасте. Здрасте. Что происходит? Да нет, ничего. Что? Просто скажите это. Я не могу открыть люк. А, это служба поддержки люков. Почему вы просто не откроете его как нормальный... по-нормальному? Ну, он закрыт. Закрыт? Там нет никакого замка. Просто откройте его. До свидания. Я просто открываю. Да не открываю. А! Конечно, go inside! А, блин! Я же нажал go inside! Я же нажал go inside! Вы чё охренели? Я нажал. А, все, открываю. Пожалуйста, вниз! Вниз! Как мне упасть? А, должен свет выключиться везде, наверное. Вот так. Жуть!
Я не понял. Что мне делать? Дневник Энеки. Все то же самое. Дверь нельзя открыть. А как попасть вниз? Мать! На потолке стоит! Отец! Я пошел отсюда! Бегите! Бегите за ворота! Окей. Они все за мной идут? Я только не видел эту девочку с длинными волосами еще. Слушайте, кто-то явно за мной идет. А что? Что? Что это было? Что это было? Дождик, это была молния. Посылка. Да? Нет, это просто... Не знаю. Уберите в сторону коробку. Ой, это кажется... Это кто? Это я! Это мои части тела. И вот показывают, как я бился головой об стену. Потом подошла моя темная сторона. Такая темная вся. Много времени прошло. Ты что-то плохо выглядишь. Что? Почему такое странное звуковое оформление было сейчас? Так Аники убил самого себя тоже. Девочка отцу приказала идти в комнату. Прости, Аники. Мне надо идти. Пока. Оп! Че это? Хэтч! Вот такой вот загадочный триллер. Хоррор. Мы увидели с вами. Что я могу сказать? Игра меня позабавила изрядно. Внезапно титры закончились. В общем, я попытался попробовать получить вторую концовку, это зайти в люк, но это невозможно. Каждый раз я просто натыкаюсь на скример, где брат такой, или мать, отец только стоит в стороне, такой, я и в этом не участвую. В общем, игра была клевая. Она ужасна в плане исполнения, разумеется, это инди-хоррор, естественно. Она даже сделана специально вот так вот... хреново, да, вот другого слова нет. Специально так как будто сделано. И сейчас такая мода пошла уже десятилетия, наверное, делать такие инди-игры, чтобы просто они выглядели, ну, вот, криво и крипово, и этим самым забавляли и цепляли зрителей на YouTube. И таким образом, в общем, игры привлекают к себе внимание. Несомненно, это очень интересная идея, которую можно было бы как следует докрутить. Вот этот люк на втором этаже, куда он ведет, очень хочется узнать, что там в этом... бункере находится. И чуть более внятную историю рассказать. Ну там понятно, какая-то темная сторона. У меня появились синяки по глазам. Я плохо высыпался, не знаю. Может быть я вообще под какими-то сильными веществами, которые ни в коем случае, ребята, никогда не употребляйте, иначе вот что с вами будет. И с вашей семьей это может случайно произойти, вот такие вот истории. Поэтому ни в коем случае, да, чтобы синяков под глазами тоже не было, высыпайтесь как следует. Высыпайтесь, все будет хорошо. И не будет вашей темной стороны появляться. Крутая была игра, я поржал, я попугался, понапрягался, и теперь готов отпустить ее... И хочу очень узнать ваше мнение по этой игре. И, может быть, вы посоветуете еще какие-нибудь подобные игры. У нас месяц, получается, инди-хорроров. Они так прикольно заходят, и мне все время прям как будто первый раз сажусь играть в игры. Всегда какие-то сюрпризы. Пишите в комментариях, какие интересные хорроры вы знаете. Инди, не распиаренные, желательно, чтобы вообще вот
самые-самые необычные игры, которые только есть. Пишите мнение об этой игре, ставьте лайк. Спасибо большое за лайк и за подписку. Не забывайте про колокольчик, конечно же, чтобы не пропускать новые видосы, которые у меня выйдут. А у меня будут продолжать выходить новые сочные видосы специально для вас. И для себя, конечно же, я в первую очередь сам себя развлекаю. И просто рад, что так много людей разделяют мои интересы. Спасибо вам всем, друзья, большое. С вами был Юджин, и всем пять!